Максим, вот вы допрыгаетесь до того, что я когда-нибудь рискну, переступлю эту границу без оружия. Без оружия. И у меня будет там не 40% украинцев, а минимум 90%. И мы Украину вернем. Как видишь, он даже испугался. Наверное, вот эта диктатура, диктатор, это и тебя убило. Да не волнуйся, ты никакой не диктатор. Александр Григорьевич. Я мирный человек.